Приветствую вас на медитации соединения со своим внутренним ребенком. Найдите место, где вам никто не помешает спокойно медитировать. Расположитесь там так удобно, как вам того хочется. Можно лежа, сидя. В течение нескольких минут сосредотачивайтесь на дыхании. Обращайте внимание, как вдыхаете и выдыхаете воздух. Отличается ли он при вдохе и выдохе? Отметьте разницу и сосредоточьтесь на ней. Теперь, используя мужское или женское местоимение в зависимости от обстоятельств, представьте себе, вы спускаетесь по лестнице, идите медленно, отсчитывая шаги от 10 до 1, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спустившись, поверните налево и идите по длинному коридору с дверями по обеим сторонам. На каждой двери нарисован цветной символ. Вы смотрите в конец коридора и видите там поле света. Пройдите сквозь него и переместитесь во времени на улицу, где вы жили, когда вам было 7 лет. Идите по этой улице до дома, в котором тогда жили. Найдите этот дом и взгляните на него. Обратите внимание на крышу, на цвет дома, на окна и двери. Вот из этих дверей выходит маленький ребенок. Во что он одет? Какого цвета на нем ботинки или туфельки? Подойдите к ребенку, скажите ему, что пришли из его будущего. Скажите, что вы лучше всех на свете знаете, через что он прошел и проходит. Вы знаете обо всех его страданиях. Вы помните все случаи, когда его презирали и игнорировали, бросали, когда ему было больно и стыдно. Расскажите ему, что из всех, кого он когда-либо узнает в жизни, вы единственный, кто всегда, что бы ни случилось, будет с ним. Потом спросите его, не хочет ли он пойти к вам домой. Если он не согласится, скажите, что навестите его завтра. А если малыш готов идти с вами, возьмите его за руку и ведите. Почувствуйте тепло и радость от того, что держите в руке маленькую ладошку, от того, что идете рядом с этим маленьким человеком. Удаляясь, заметьте, как на крыльцо выходят ваши отец и мать,
помашите им на прощание. Смотрите назад через плечо, продолжая удаляться. Увидьте, как родители становятся все меньше и меньше, пока полностью не исчезают из виду. Поверните за угол. Там вас ждет высшая сила, а также лучшие друзья. Обнимите их и позвольте высшей силе войти в ваше сердце. Увидьте, как они все обнимают вас, ребенка, с любовью и радостью. Обнимите и вы его, и почувствуйте его тепло. Представьте себе, что если он уменьшился до размера вашей ладони, возьмите его в руку. Или обнимите и почувствуйте, как обнимаете его, а он наполняет вас своей радостью, надеждой и бесконечным потенциалом. Скажите ему, что помещаете его в свое сердце, чтобы всегда носить с собой. Пообещайте, что обязательно будете встречаться с ним 5 минут каждый день. Назовите точное время и пообещайте себе делать это. Затем представьте себе, что очутились в красивом месте на природе. Постойте посреди этой красоты и подумайте о только что пережитом опыте. Почувствуйте единение со своей высшей силой и со всеми подобными вещами. Теперь взгляните на небо, пурпурно-белые облака образуют цифру 5. А потом пятерка превращается в 4. Теперь обратите внимание на свои ноги, ступни. На ваших глазах 4 становится 3. Почувствуйте жизнь в своем животе и руках. Смотрите, вот 3 превращается в 2, а вы чувствуете жизнь в ладонях, лице, во всем теле. Знайте, вы вот-вот полностью проснетесь, способным на все, благодаря тому, что ваш разум проснулся и бодрствует. Теперь 2 становится 1. И, вспоминая пережитый опыт, почувствуйте себя бодрым и готовым жить дальше. И можете медленно открывать глаза.